Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Илларионов Юрий. Я поздравляю всех болельщиков ЦСКА с уверенной победой над Уникахой и предлагаю вам насладиться 5 лучшими моментами этого матча. В этой игре армейцы позволили Уникахе набрать только 66 очков, и на 5-м месте расположился двойной блокшот от Андрея Кириленко и Ненада Крстича. На 4-й строчке еще один блокшот от АК-47. Таковых в этом матче у него набралось 3, и в этом моменте форвард ЦСКА не оставил никаких шансов забить сверху Джоэлю Фриланду. Третье место и MVP этого матча и всего 5-го тура Евролиги получает Андрей Кириленко. А перед вами пас-конфетка Ненаду Крстичу, которому не составило труда набрать легкие 2 очка из-под кольца. Второе место, и я попрошу всех пристегнуть свои ремни. Авиалиния Алексея Шведа приветствует вас. Швед в этом матче выглядел очень ярко и в итоге набрал 10 очков. А лучший момент этого матча соорудили на двоих Милош Теодосич и Алексей Швед. Теодосич своим великолепным пасом отправляет парить над площадкой Алексея Шведа. А защитникам Уникахи просто остается смотреть за этим красивейшим алиупом.